Добрый день, дорогие друзья! Сегодня во всем мире отмечается День пожилых людей. Один из главных праздников для всех бабушек и дедушек. День благодарности пожилым людям мы с моими одноклассниками, учащимися 7-го класса, решили сделать открытки для наших бабушек и дедушек. В этот день мы должны с особенным теплом преподнестись к нашим бабушкам и дедушкам. Если они живут далеко от вас, сходите к ним в гости и попейте вместе чай. А если рядом с вами, просто скажите пару приятных. Спасибо вам, дорогие бабушки и дедушки, за то, что сделало наше детство счастливым.